Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle ДВ Новости. И сегодня в адрес Москвы на фоне и без того сложных отношений звучала довольно резкая критика. А что по поводу решения греков говорят в Европейском Союзе? Узнаем это у нашего корреспондента в Брюсселе Бернта Ригерта. Размах крыльев у Акилы, как у 737-го Боинга. Последние новости читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. Ну а ДВ Новости расскажет о развитии событий завтра. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.